Я брал интервью возле пляжа в Актау у женщины, которая хотела многое рассказать о положении нефтяников в Казахстане в Мангистауской области. Пришли полицейские, попросили мои документы. Я показал паспорт и аккредитацию. Они пригласили меня пройти в полицию. Я сказал: «Нет, я имею право работать здесь. У меня есть аккредитация, паспорт, все в порядке». Они настаивали. Полиция после 3-4 часов, они заявили, что аккредитация неправильная, и у меня нет права работать в Мангистауской области. Я сказал: «Нет, когда я просил аккредитацию у Министерства иностранных дел, я говорил, что буду делать репортаж обо всем Казахстане, Алматы и Астане. А теперь они говорят, что у меня есть разрешение только для Астаны и Алматы, но не для других частей страны. В этом проблема. И теперь я не знаю, что они от меня хотят».